Здравствуйте, уважаемые зрители сетевого вещания газеты «Вечерняя Москва». Сильная женщина, локомотив разрушения традиционных ценностей. Задаемся мы таким вопросом в нашем сегодняшнем круглом столе, который для вас ведут Наталья Покровская, обозреватель газеты «Вечерняя Москва». И Руслан Орех. А не откладывая дело долгий ящик, представлю наших сегодняшних гостей. Евгений Шарыгин, социолог, член студенческого научного общества, сексолог. Вадим Сапунов, исполнительный директор организации «Патриотки Российской Федерации». Валентин Павлович Лазарев, кандидат психологических наук, доцент. У нас тут такая вот наметилась граница. Может быть, да. Вы представите женскую часть? Да, с удовольствием. Екатерина Федорова, директор Федорова, директор, основатель женского центра «Психолог». Евгения Федотова, генеральный директор учебного центра «Полезный опыт». И Людмила Алешина, пиар-директор коммуникационного агентства «Ценный опыт», основательница лаборатории персонального бренда. А по скайпу мы будем общаться с Анной Берсеневой, писателем и сценаристом. Здравствуйте, Анна, как связь? Здравствуйте, все хорошо. Мы вас тоже слышим, так что вы с нами. Итак, поводом послужило иск москвичке Марины Рыбниковой, которая решила судиться с компанией Nike за тот рекламный ролик, который компания Nike сняла и показала, выставила на суд общественности. Nike нам уже должна, а мы должны разобраться в этом вопросе. Хорошо. Значит, в чем претензии Марины Рыбниковой? Давайте я вкратце озвучу. По мнению истца, эта реклама развращает женщин и превращает их в мужчин. Независимость – это немножко не про нас, говорит она же, мы все, а про внутреннюю структуру, про уют, про быт. И побудило ее подать этот иск. Значит, множество откликов ее знакомых, клиентов и так далее. Женщин, которые сказали, что нет, мы не такие, о чем это фильм, куда нас это все ведет, и в кого нас хотят превратить. Вот мы и решили разобраться в этом вопросе. Наталья, в кого нас хотят превратить, женщины, вообще-то? Да, честно говоря, да, нас всегда в кого-то, вообще, мне кажется, превращают. Другой вопрос, что хотят сами женщины, и насколько все-таки в большинстве москвичка, которая подала иск. Хотелось бы, в общем, наверное, поинтересоваться в первую очередь у женщин. Вот, Екатерина, как вы считаете? Сложный есть какие-то вопрос. Проблемы? Нет, как претензии к ролику, как женщине. Дальше сказать, я буду вести себя более женственно и дам возможность мужчинам высказаться. Но по большому счету у нас у всех есть выбор. Либо быть похожей на девочку, которая выступает в красивом женственном платье, либо на мускулистую женщину, которая независимая и целеустремленная. Но по большому счету они же кроссовки продают, а не балетные тапочки. Или если бы продавали кухонную утварь, наверное, там другой образ был бы.
Поэтому... Но здесь, видите, как бы Марина Рыбникова заметила некую тенденцию, то есть, наверное, она бьет тревогу в неком более глобальном смысле, что во что превращается женщина, наша русская женщина, которая всегда была хранителем очага, коса, вот эта вот березка, куда это все уходит, образец целомудрия, вот, может быть... как тут женщина, почему-то скептически. Хорошо, Вадим, все-таки тогда во что превращается наша русская девушка, барышня? Какая она должна была быть? И вот и какие тенденции, может быть? Спасибо. Ну, прежде всего, хочу сказать, что, безусловно, я представляю не только себя, и перед тем, как прийти на этот эфир, я, разумеется, подготовился и опросил многочисленный состав своей организации, которых в России 3000, конечно же, опросил не всех, но, тем не менее, я получил достаточно исчерпывающую информацию от многих из них о том, как они вообще относятся к этой тенденции, считают ли они, что это тенденция, ну, в принципе, к роли женщины, как они относятся к тому, что она как-то меняется. Могу сказать, что каждая женщина сейчас занимает соответствующую позицию, в том смысле, что она тоже работает, тоже приносит деньги в семью и в чем-то даже конкурирует с мужчиной. Вот. Но при этом она не утрачивает своих каких-то семейных функций, функций охраны этого очага, заботы о том, чтобы семья душевно как-то и духовно развивалась, да, об этом внутреннем мире. А что касаемо этого ролика Nike, ну, что я могу сказать? Действительно, Екатерина верно отметила, они рекламируют кроссовки, и было бы странно, чтобы они ассоциировали спорт с чем-то мягким. Спорт — это действительно что-то мужественное, что-то серьезное, что-то твердое и жесткое. Ну, извините, знаете, как-то кроссовки тоже можно по-разному вот это рекламировать. Можно бегать в парке, как это раньше было, значит, прогуливаться в кроссовках с коляской, там, играть с ребенком, что-нибудь еще, прогуливаться с супругом под ручку. Ну, все это могло быть, но... Я вижу микрофон, да, уже готов? Пожалуйста. Резонанс какой от этой рекламы. Пожалуйста, пожалуйста, есть комментарии? Комментарии есть. Все эти гендерные споры, мне кажется, к 2017 году уже должны прекратиться, потому что... На чем? Давайте скажем, на чем мы прекратим их прямо сейчас. Вы вспомните всю нашу историю. Война, женщины на заводах, потом Целина, у меня мама, депутат Верховного Совета СССР. То есть я росла в такой очень партийной семье достаточно, где априори принималась, ну, у меня папы не было, априори принималась главенствующая роль женщины вообще в истории, и как не знаю, хранительница очага, но и так сказать, воительницы. А сейчас, что мы видим, мужчин в стране мало, мы уже говорили перед эфиром, женщин много, они все занимают и занимают лидирующие позиции. Ну, подождите, что значит, что мужчин в стране мало? Все-таки это не 46-й год, а... Ну, уже, да. Вот, хорошо. Уже как бы... Каких, может быть, неправильных мужчин мало? Может сильных, быть... наверное, которые бы несли ответственность должным образом, как это, наверное, а с ними что случилось? Принято в обществе. Что тут с мужчинами случилось? Говорят, что дайте женщины, же женщины в этом виноваты сами, да, в том, да. Что мы мужчин, так сказать, пусть какой и лежащий на диване, но он у меня будет, там, я все-таки замужем, а то как-то статус, да, не, ну, неудобно. Особенно это в регионах, вот такая позиция. Мужчина ложится на диван, перестает там приносить деньги в семью, женщина на трех работах пашет. Ну, это достаточно такой известный уже факт. Хорошо. И как-то лучше не становится, судя... Вот это вот, да, на... да, вот это, как это... Все-таки претензии, что-то есть такое, да? Хорошо, я попрошу передать микрофон. Людмила, дайте все претензии, вывалим сейчас. Накипевшего. Вот, знаете, как, и прекратим гендерные споры. Сегодня случится это. Мне кажется, все должно быть, на самом деле, по фактам, да? Не из эмоций, как принято говорить, что женщина не эмоциональная, а все-таки применить немного логики и фактов. И, в принципе, мы регулярно тоже в нашем пиар-агентстве изучаем статистику. По международной статистике 80% всех покупок совершают женщины. Соответственно, все рекламодатели и все производители любых товаров переходят на эту целевую аудиторию. Все, что касается мебели,
гаджетов, кстати, гаджетов, электроники, турпутевок, то есть это огромный сегмент рынка, вся платежеспособная аудитория этих рынков женщины. По официальной статистике 86% всего населения мира, представляете? То есть уже нет такого, что есть семья, ячейка общества, глава семьи распределяет бюджет, ну, и как-то... Да, уже по-другому. Что... Эта статистика в официальном доступе, может любой посмотреть. В Массачусетском университете ведется подобная статистика, они ее предоставляют, и она не скрыта ни для кого. Хорошо. Это хорошо, то есть это то, что наш, к чему пол. Подводите, это хорошо, да? Это факты. Это факт. Хорошо, мы Россия в тренде, или мы, как всегда, идем каким-то своим путем, и у нас другие женщины. Самые красивые в мире, самые мягкие, самые женственные. Слушай, ну, я не могу, вот честное слово. Но у нас женщины и коня на скаку остановят, в горящую избу войдет. До сих пор, это когда, да? Было-то? Когда было? Нет, когда все... сказано, так и по сей день. 70% руководителей в России женщины. 71% руководителей, топ-менеджеров, руководителей отделов, вообще. Руководителей компаний и скрытых владельцев, кстати. То есть владельцы, которые себя не афишируют, это женщины. А если посмотреть Forbes, то уже практически 50% это женщины. А скажите, пожалуйста, тогда мне только вот этот маленький нюанс. Вот, ну, мы опираемся немножко на ролик. Там вот это встает в зале девушка, которая вот это вот снимает, срывает вот этот атрибуты той самой мифической, мягкой и женственной женщины и становится женщиной бойцом. Так, а почему надо тогда до сих пор как-то вот это преодолевать? Вот это, почему надо протестовать? Мужчины. А сейчас тогда микрофон. А если можно? С точки зрения пиара? С точки зрения пиара, женщины. Ну, давайте подойдем с точки зрения пиар-хода. То есть это хороший пиар-ход компании Nike. То есть когда женщина в вечернем платье резко превращается тут же из хрупкой, нежной, домашней, замужней дамы. С точки зрения вот так вот картинки, она не превращается в потребителя кроссовок, а она превращается в другую женщину. Ну, она, скажем, не превращается. Она просто показывает свое истинное лицо с точки зрения пиара. Хорошо. Когда она и резко из нежной она становится сильной. Да, пожалуйста. Я полностью согласна. Да. Женщина может быть всякой. Я не считаю, что спорт – это сразу же превращение женщины в киборга какого-то. Вполне женщина может быть и женственной, и при этом заниматься спортом. Ну, почему проблема да, здесь я возникает? Понимаю. Но там и железо, и всякое, да. Но здесь понимаете, в чем дело? Тут вот беспокойство вот этой Марины Рыбниковой заключается в том, что там показывают про синяки, и девочки могут решить, что это к ним тоже относится, и тоже начнутся драки, и так далее, и тому подобное. Понимаешь, женщина может быть всякая, но станет она бойцовской рыбкой. Вот этой вот. Да, абсурд это вести, знаешь. Не знаю. Именно спорт мы... это не драка, да? Но все-таки здесь... Я думаю, что... Сейчас, давайте, сейчас, да, пожалуйста. Сейчас мужчинам дадим проблема, слово. Которую обозначает Мария Рыбникова, она заключается в том, что ее беспокоит тенденция ухода женщин от своей женской самости. Вот, мне кажется, это главная проблема, которая заставляет ее так вовсю кричать, потому что к этому есть достаточно много оснований. Сегодня говорить, если по вопросам статистики Соединенных Штатов Америки, к примеру, более 70% женщин свободных, так называемых, в активной стадии, занимающих заметные социальные позиции, ролевые функции, выполняющие, но они не замужем, не обременены семейными какими-то вопросами. Они живут, делая карьеру, делая себя, ну, более 70%. Угу. Подобная тенденция и у нас в России. Вы говорите, как у нас, каков тренд сегодня. Я не скажу, что, по моим данным, есть вот такая очевидная, заметная устойчивость этого тренда у нас в России. Но тенденция такая, она нарастает. Угу. И вот эта основа этой тенденции, мне кажется, беспокоит Марию Рыбникову. Хорошо. Прозвучали вот эти два слова, на мой взгляд, важные. Женская самость. Потому что типа существует некая такая идеальная женщина. Вот некое вот это вот абстрактное, извините за выражение, зерно, которое вот делает женщину женщиной, и вот на которую уже может быть накрутиться все что угодно. Вот, а что такое женская самость? Какая она это? Взяли микрофон, отвечайте. Да, ну когда речь заходит о каких-то самостях, каких-то экзистенциальных сущностях вообще мужчин и женщин, это называется биологическим эссенциализмом.
То есть, когда на тело мужчины и женщины, на телесность, состоящая из хромосомного набора, набор генитальный, начинают навешиваться вот эти социальные структуры, которые, в свою очередь, определяют тем, кем должна быть с точки зрения общества женщина. Но в том-то и дело, что это конструкты, и освобождение от которых служит залогом успеха, личностной свободы, благополучия. В этом контексте то, что мы видели в ролике, показывает как раз-таки... Можно уже отходить от ролика, потому что у каждого есть свой опыт. Показывает вот это разрушение границ нормативных мускулинности и феминности, что служит освобождению личности. Потому что человек освобождается от этих конструкций, а конструктов осознает свою индивидуальную, свои индивидуальные характеристики и, собственно, не нуждается уже в цветочках, в букетиках, в бантиках, о чем пелось. В бриллиантиках. Да. Это я не хочу сказать, что это не сущность женщины в культурном смысле. Угу. Именно в этом она и является. То есть женщина может реализовывать себя в каком абсолютно угодном плане, так же, как и мужчина. То есть надо понимать... То есть получается, что самость женщины – это я сама, да? Самость женщины – это то, кем она хочет сама быть. И когда приходит сама осознание женщины, да, что ей нужно в своей жизни, а не то, что от нее требует семья, общество, муж, вот эта патриархатная система, тогда начинается освобождение личности. Так, сейчас. Я хотел еще к нашему разговору привлечь Анну Берсеневу. Анна. Да. Слушаю. Вы все видели, Боже, слышали, да, вот это вот. Я вот хотел вам к вам вот тоже как писателю обратиться, знаете, как женская самость, вот это вот зерно. Ведь вокруг, ведь выходим где-то вот, есть, конечно, и мужская, но это будет другой, если господи, круглый стол. Женская самость, а что это? Вот какая она на самом деле? Есть ли она в принципе? И уж насколько за нее надо там бороться, воспитывать, и не забыли ли о ней? Пожалуйста. Ну, я вообще вздрагиваю от этого слова «самость», какое-то оно ужасное совершенно. Я бы не хотела предложить свой термин. Особенно о ней рассуждать, так же, как хотела бы отойти от этого ролика, потому что я надеюсь, компания Nike сама разберется с этой странной заявительницей, чего она от него хочет. Мы тоже уже отошли, да. Да, 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 потому что мне совершенно понятна цель этой заявительницы. Вот. Но вы знаете, ведь ролик сам по себе прекрасный, и он говорит как раз о том, что есть в реальности. Зачем воспитывать в женщине невроз, объясняя ей на каждом шагу, что та действительность, которую она видит, неправильная, и сама она неправильная, то, как она живет неправильно, а на самом деле есть некая загадочная самость, которой она должна следовать. Понимаете, ну, каждый человек, в общем, проявляет внутри себя те чувства, те способности и какие-то качества, которые соответствуют действительности. Понимаете? Если какая-то женщина встретит мужчину, с которым она себя будет чувствовать там, я не знаю, за каменной стеной, и это будет действительно достойный мужчина, то она проявит одни свои качества. А если перед ней будет мужчина, который лежит на диване, но при этом она почему-то должна изображать из себя тонкую, хрупкую, нежную, сделанную там, я не знаю, из чего-то, вот, то почему она должна это, собственно говоря, делать? Надо подождите, честно относиться к действительности. А можно я задам вопрос? А на ваш взгляд, да, вот, вы говорите, воспитывать в женщинах невроз, пытаясь их, как сказать, то, что они видят на самом деле сложившуюся такую ситуацию, и пытаясь их как-то убедить, что это все неправильно. А это вообще ситуация нашего времени, это ситуация современности, вот она вот прям вот не как вы. Это современная тенденция. Ну, я думаю, что для России, да, современная тенденция, потому что время тухлое, очень возможности для самореализации крайне мало. Мужчины в этом смысле гораздо более хрупкие существа, как выясняется. Вот. И, в общем, да, действительно, женщина с трудом видит рядом с собой человека, который дал бы ей возможность вот так вот быть сделанной. Дал бы ей возможность. Спасибо, спасибо. Значит, сильная женщина, тенденция нашего времени. Одну секундочку. Пожалуйста, видео, да, надо посмотреть. Смотреть кое-что. Да. Ну? Из чего же сделаны наши девчонки? Ла-л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 а. Из цветочков, из звоночков, из приглядок и мармеладок наши девчонки.
без этого обойтись. Ну, смотрите, это ведь все было как-то... Это все было. Это и наша история, и это вот, как сказать, говорит... вчера нация начала гордиться, собственно, сильными женщинами. По крайней мере, как-то подталкивать женщин в эту сторону. Сударыня, вот вопрос такой. И как же с этим совсем быть? Может быть... Мы просто продолжаем двигаться в том русле, по крайней мере, Россия, наследница СССР, в каком движемся уже 100 лет? Да, мне кажется, это перебор. Вот, конечно же, сейчас женщина не стоит с этим молотом, не таскает эти тяжести, потому что она раньше... Она это делает в фитнес-зале, да. Ну, не в тех масштабах. Раньше женщины получали серьезные травмы себе. То есть проблема с женским здоровьем была очень актуальной. То есть у всех наших бабушек выпадение, например, там... не буду уж уточнять чего. Все женщины знают, насколько это сложно, а все потому, что пузырились и таскали на себе вот эти тяжести. Насколько сейчас женщина может этим справляться? Но основная проблема, это, конечно же, высокий уровень стресса. Если женщина берет на себя функцию руководителя слишком активно, у нее нет просто времени строить отношения. И сами же мужчины жалуются на то, что женщины какие-то не такие стали. Уже ее не подбросить, чаем не угостить, кофе не предложить, она все за тебя уже решит и скажет, что до свидания, парень. Хорошо, но ведь там были не только те шпалоукладчицы, сейчас, Вадим, да, а шпалоукладчицы, там были партийные, департийные деятели, крупные партийные деятели. Верховный совет у нас там по квотам распределялся, там должна была быть представлена женщина, работница и так далее, и тому подобное, все эти орденоносные. То есть это было некое такое, все-таки, мне кажется, общегосударственное, общеобщественный такой тренд. Пожалуйста. Да, я хочу сказать, что если бы у меня сейчас не была занята одна рука, я бы поаплодировал с удовольствием тому, что вы сделали с этим роликом. Да, вот. Спасибо за эти аплодисменты. А действительно прекрасная модификация, очень хорошо. Что хочу сказать. Были озвучены две точки зрения, которые коррелируют друг с другом. Вот научная со стороны Евгения, да, как сексолога, действительно говорящая о том, что есть вот как некий индивид, человек, как сущность, да, вот homo sapiens, и неважно, как женщина, мужчина, да, есть некоторые гениталии, а все остальное можно наложить что угодно. Я колоссальным образом, кардинально вообще не согласен с тем, что сказал Евгений. Дело в том, что наше общество, оно развивается, сами представьте, сколько вот человечества существует, вот и всегда вот эти модели, они существовали. И с какой-то стати в 21 веке за какие-то там, там 50 лет, возьмем прошлое столетие, роль женщины должна кардинальным образом поменяться. Более того, я изначально начал с того, что я представляю не только свое мнение, да, но и мнение девушек, молодых, прошу заметить, которые настроены на конструктивную повестку дня, на то, чтобы изменять что-то в лучшую сторону. В чем конструктивность, да, и где лучшая сторона? Да, и они как раз-таки считают, да, что нет, наоборот, роль женщины, которая исторически так вот в России сложилась, она должна быть обязательно сохранена. И то, что женщины, наши прекрасные коллеги, говорят о том, что мужчины поменялись, мужчины стали другими, да, это тоже правда. Вадим, но извините, почему они такие? Вот эта вот роль женщины, которая сложилась, должна быть сохранена. У нас есть два взгляда на вот эту мать-хранительницу очага. Я сейчас зачитаю вот некие дома. Вы должны помнить, что к приходу мужа со службы нужно готовиться ежедневно. Подготовьте детей, умойте, причешите, переоденьте чистую нарядную одежду. Они должны построиться и приветствовать отца, когда он войдет в дверь. Для такого случая сами найдите чистый передник и т.д. Одна некая... Это 60-е годы, домоводство, да. Это одна такая вот картинка, да. И имеем другую картинку. Не картинку, а некий факт сложившийся, что женщины, значит, магнитку строили, в войну те самые танки клепали, значит, целину поднимали, так сказать, и в 90-е годы челночили, будь здоров, да, как. Так, в космос летали. Какую традиционную роль мы должны сохранить? А мужчины что, в это время ничего не делали, бездельничали? Или они также таким же образом горбатились? Сейчас, секундочку. Я просто хочу вот это. Сильная женщина – локомотив разрушения традиционных ценностей. Тот вопрос, который мы хотим сейчас. Локомотив ли она? И какие тогда традиционные ценности? Где мужчина? Мужчина был на войне, мужчина был, извините, на работе, в лагерях, или его просто не было. А в 90-е он просто пил в гараже. Да, депрессировал. Да. Я готов прямо ответить на поставленный вопрос, является ли сильная женщина локомотивом разрушения традиционных там семейных ценностей, да? А чересчур сильная, которая забывает о своей традиционной семейной роли, да, безусловно, является. Но в нашей русской культуре, а я хочу напомнить, что каждый школьник воспитывается на традиционной классической литературе. Литература. И, хорошо. Да, и литература
прежде всего закладывает эти модели поведения и эту роль. То есть все-таки мы стремимся к некому идеалу, который вот заложен, Тургеневская барышня. Не, я уже Некрасова цитировала про коня на скакостном. Забываем Некрасова, Тургеневская барышня, Наташа Ростова и так далее. Многоуважаемые пиар-специалисты нам сказали, да, что женщина сегодня прекрасно самореализуется, да, там 71% женщина-руководитель. А здесь у нас также по скайп-конференции нам писатель говорит о том, что наоборот, женщине нечего делать, она в абстракции какой-то. Это что, нужно быть сильнее, нужно задвигать мужчин. Ну, это похоже на позицию какой-то мужененавистки, да, действительно откровенной феминистки. О чем мы с вами говорим? Это абсолютно деструктивная позиция. Наоборот, нужно жить в гармонии и помогать женщине быть счастливой. А для того, чтобы она была счастливой, и, конечно же... Давайте сделаем счастливой прямо сегодня. Сейчас, секунду. Для того, чтобы женщина была счастливой, она, безусловно, должна ощущать вот это вот чувство, что ее любят за то, как она улучшает семью, гармонию привносит в нее. Сейчас Валентин Павлович хотел вам слово дать, но извините, просто сейчас Анна должна ответить. Вот эта воинствующая феминистка, которую мы все-таки сделаем счастливой. Пожалуйста. Да я не воинствующая феминистка, это смешно. Феминизм хорош, когда он защищает права человека. В этом смысле каждый феминист. Вот. Но просто, вы знаете, может быть, вы что-то неправильно поняли, во-первых. Дело в том, что сохранение каких-то вот семейных ценностей требует такой внутренней силы, которая не снилась ни одному руководителю большой корпорации. И ума, и какой-то интуиции, и очень-очень многих качеств, которые, поверьте, гораздо сложнее воспитываются и гораздо сильнее по такому, по модулю своему, чем действительно руководство, топ-менеджмент и прочие всякие вещи. Действительно, это требует большой силы. Вот, об этом почему-то никому не говорят, что вообще семья, отношения с близкими людьми, неважно, дети это, муж, родители, там, я не знаю, братья и сестры, это требует такого ежедневного усилия, которое не снилось никакому руководителю и топ-менеджеру. Mm-hmm. Поэтому сильная женщина, безусловно, нужна для того, чтобы у нее была хорошая Подождите, семья. Однозначно так. Ну и потом я хотела бы сказать, вы знаете, я очень рада вот этой второй части ролика, потому что правда, мы тут с вами говорим, как будто у нас 1915 год на дворе, и мы обсуждаем, как надо немножечко преобразовать воспитание в Смольном институте. Да-да-да, вот не только варенье варить, а еще чему-то их научить, да. Да, за наших женщин за спиной страшная история, понимаете? И ГУЛАГ, в котором не было различий между мужчинами и женщинами, и вот это кайло, которое ей сунули в руки и сказали, что ты, тетка, иди копай там, иди шпалы укладывай и прочее. Это все тоже не очень просто преодолеть, понимаете? И тут же ей говорят, знаешь, вот ты все это продолжай с кайлом там у себя где-то в корпорации, зарабатывай деньги, но при этом будет сделано из там мармеладки. Это все тоже смешно, поэтому здесь должен быть какой-то баланс вообще реальности и того, как нужно преобразовывать эту реальность, и понимание того, что действительно сильная женщина – это очень широкий диапазон. Это совсем не то же самое, что сильный мужчина, потому что все-таки семья держится на женщине, как ни крути, на ее уме, Анна, на ее знаете, способности. Извините, что я помимо всего прочего услышал, что семья и отношения – это настолько трудно, настолько трудоемко, настолько вот как бы затратно, что, так сказать, похлеще любой руководящей работы, поэтому лучше уйти в руководящую работу, потому что, знаете, как сбежать от трудностей, что называется. Это проще, безусловно. И очень многие, уверяю вас, уходят в руководящую работу, сбегая от трудностей. Тогда вот, знаете, и у нас, и в любой стране мира. По возможности, короткий ответ. Так что, мы все-таки уже потеряли эти семейные ценности пресловутые? Можно закрыть его? Конечно, не потеряли, они все есть, и, в общем, я думаю, никуда они не денутся, и в более благоприятных условиях вообще развития страны и общества они появятся. Хорошо, спасибо, ждем благоприятных условий. Спасибо. Валентин Павлович, пожалуйста. Я хотел бы продолжить акцент, который сделан сейчас относительно благоприятных условий. Мне кажется, что обстоятельства формируют наши модели поведения, в том числе мужского направления, да, женского направления. Если они усложняются, становятся трудными и требуют от женщины запредельных усилий, она начинает формировать себя, наполнять себя такими мужскими, мужественными качествами. И отсюда тенденция к самореализации через карьеру, через достижения в бизнесе, через уход от вопросов, связанных с семейными отношениями. Почему?
Потому что, видимо, мужчина где-то в чем-то здесь слаб и недостаточен для того, чтобы были гармоничные, взаимоподдерживающие отношения. Потому что мужчина и женщина – это основа единого целого. И каждая из частей, да, они составляют эту основу. А если женщина обретает иное качество, она уменьшает качество и объем мужчины. Здесь, я понимаю, да. Ну, знаете, здесь самый большой, на мой взгляд, вопрос, это все-таки, где есть норма, если вообще можем об этом говорить, куда стоит стремиться, а вот, собственно, да, куда и в каком месте мы реально находимся. Пожалуйста, да. Да, вот продолжаем мысль о диссонансах и двойных, а сейчас и тройных нагрузках на женщин. Можно сфокусироваться на локальности, на российском контексте, который входит в противоречие с глобальностью. То есть мы видим глобальные тенденции, нуклеаризация, гендерное равенство, которое происходит, а у нас вообще консервативный поворот, по сути. То есть была вот оттепель в свое время в Советском Союзе, а, между прочим, Советский Союз показывал выдающиеся показатели по гендерному равенству по сравнению с другими странами. Сейчас обратная ситуация. Принята концепция до 2025 года Елены Мизулиной, где черно по белому написано, какой должна быть нормативная семья. И возникает диссонанс между вот этими представлениями, которые транслируются, и мы по западному стандарту живем. Это установленный факт. Если мы говорим, мы против Европы, против Америки, мы живем так, как живут они. Вот дихотомии мы, они тоже не хотелось бы в это вдаваться, но тем не менее. Микрофон, и, да. Да, и возникает диссонанс, и женщина оказывается, и мужчина, между вот этим ценностным разрывом, между тем, что транслируется нам сейчас правительством. То есть общий цивилизационный поток, а мы пытаемся плыть против течения. А у нас сейчас вот это многопоколенная традиционная семья, которая должна ставиться превыше всего. И, конечно, здесь возникают диссонансы по поводу того, чему должны соответствовать и мужчины, и женщины, выстраивая свои стратегии. Спасибо. Екатерина и Евгения. Я вот не знаю, так сказать, в чем ваш учебный центр «Полезный опыт». Но вот Екатерина, основатель женского центра. Зачем приходят к вам женщины? Чего они хотят? Чего ищут? Очень часто приходят, как мы говорим, сильные женщины, которые уже построили бизнес, уже заработали денег, но есть проблема с построением гармоничных отношений с мужчиной, потому что, как ни странно, сильная женщина ищет мужчину, который еще сильнее ее и сможет дать ей как раз вот это чувство, что она... Обуздать ее? Да, в какой-то степени обуздать ее. И тут встает вопрос, а где найти такого мужчину, если... Даже не обуздать, а защитить, поддержать. Защитить, да. Поддержать, дать ей возможность почувствовать себя настоящей женщиной, потому что мужчины пока не научились рожать. Настоящей женщиной. А она себя чувствует не настоящей женщиной. Ну, знаете, одна, когда... без мужчины, достигшая когда... всего. Да, когда ей приходится очень много работать, когда она не может на самом деле отдохнуть, когда она не может опереться на мужчину. И, конечно же, у нее возникает чувство неудовлетворенности. Все хорошо до тех пор, пока она счастлива в этой роли. Но рано или поздно у женщины приходит усталость от этого. Женский организм не рассчитан на то, чтобы работать с утра до ночи и находиться вот в этом тотальном стрессе. Женщине нужно время на отдых, потому что весь стресс рождает повышение гормонов мужских, которые ведут в результате к бесплодию в том числе. Сейчас, Евгения, а вот можете вы сказать, а чего ищут женщины? Вот, Слушайте, ну мы, например, вчера, у меня женский коллектив, мы вчера двигали мебель. Сами. Класс. А мужчины... Кого вы в этом обвиняете? Кто виноват? Мы вчера носили шкафы, так сказать, и мне даже в голову не пришло. Там, потому что коллеги-мужчины, которые сидели, у нас тоже open space небольшой, за соседней стенкой, даже не подскочили, не у них... Вот это вот, не сказали, позвольте, мадам, я... С другой стороны, я себя спрашиваю, а что ты хотела, дорогая, если ты декларируешь, что ты... А зачем подскакивать к сильной, независимой женщине, которая всего лишь там шкаф какой-то... Это чисто мужская философия. Нормальная такая, рациональная философия. Спокойно переставили мебель, вот, счастливые, значит, мужчины сказали, круто вы вообще, девчонки. Есть чайку, есть чем попить. Вот. Вот. Поэтому женщины к нам... У нас женская аудитория и среди слушательниц, хотя у нас очень серьезное бизнес-направление, маркетинг, HR. То есть у вас как раз те женщины, которые еще не достигли высот, да, и которые еще
еще только идут к этой вершине, чтобы потом прийти к Екатерине, да, в поисках гармоничных видимо, отношений. Да, но очень мало мужчин на обучение приходят, там крупицы какие-то. Везде впереди всей планеты женщины. Они смотрят онлайн-лекции, вебинары, они приходят на обучение, на мастер-классы, на бизнес-завтраки. Я уже даже забыла, когда у нас там последний раз мужское там население присутствовало. Так... Они жадные до знаний, они учатся, хотят развиваться. Я просто все время думаю, где мужчины-то, что у нас? Я вот как раз хотел, история со шкафом, это как бы гордость, мы обошлись, мы подвинули, или это история о том, эти мужики сидели, даже задницы не подняли и элементарно не помогли. Это хорошо или плохо? Ну, это реальность, так сказать, к чему стремились, как говорится. Я хочу, вас устраивает эта реальность? Или вот как-то смирились? Почему-то вы вчера не очень устроило. Вот вчера не обидно, но обидно, как? Я бы на это вчера не очень. Ну, да, конечно, было обидно. Как будто вы там тоже таскали шкафы. Одеваться некуда, да, просто. Хорошо, деваться некуда. Есть все-таки какая-то нотка безысходности, какая-то она проскакивает. Людмила, вот на ваш взгляд, все-таки вот то, что сказал Евгений, есть некий такой тренд всемирный, значит, и там это вот там это точно пропаганда, то есть женщина, ты должна быть равна, вот если ты, не дай бог, там, я не знаю, вот эти все эти штуки в Америке, предложил, там, дверь открыл, предложил присесть, то тебе еще и по роже дают за это дело, там, харассмент, простите, это все, вот, сейчас, Евгений, я от себя добавляю, вот, наша история. Все-таки мы в тренде в этом как-то существуем, потому что мы действительно как-то вот это как бы вроде и часть цивилизации, и с другой стороны как-то все пытаемся свою вот эту дорогу повернуть вспять. Может быть, уже все забыть об этих, как называется, традиционные ценности и сделать уже какие-то другие традиционные ценности? Ну, мне кажется, вот честно, из представительницы, скажу, наверное, от имени представительницы женской части круглого стола, что никто о них не забывает. И все мы сами, вот каждый из нас владельцы бизнеса. Действительно, владельцы бизнеса, да, который поставил его сама на ноги. Помимо этого, на нас держится семья. Мы также готовим, мы также воспитываем по несколько детей. То есть откуда вот это, что традиционные ценности, они отпали? Они не отпали. Мы собираем детей в школу, возим, вводим. У нас по двое детей, понимаете? То есть почему вы считаете, что они отпали? Они есть. Но просто наш функционал расширился. Кроме постирать, погладить, собрать детей, воспитать, трудоустроить, и к нам добавилась функция обеспечить. Потому что почему-то мужчины считают, что обеспечение детей в настоящий момент не главная их роль. Они мыслят стратегически, а женщины тактически. И тактически все дыры вынуждены сейчас закрывать только женщины. По воспитанию детей, по обеспечению семьи, в том числе по обеспечению мужчины. Но помимо этого, на нас сейчас и стратегическая цель по обеспечению финансовых показателей в доме. У наших детей нужно не только обеспечить, но еще... Это хорошо. Это констатация фактов. А быть-то как? Это, знаете, как мы по-простому. Это хорошо или плохо? Хотя тут уже кто-то с вами согласна. Это не хорошо и не плохо? Это факты. Давайте знаете, опустимся как на землю. Мы все-таки, это, знаете, как-то это не приближение, это не вращение Луны вокруг Земли. Это факт, мы его не можем изменить. А здесь, может быть, нам что-то стоит менять? Например, подавая иски, вот жалуюсь на какие-то ролики, снимая... Я по поводу иска могу сразу сказать. Да, плевать на него. Снимая другие ролики, открывая школы женственности, заставляя мужчин больше работать и так далее, принуждая их к этому. Как Жириновский обещал когда-то давно, каждой женщине будет по мужу. Вот государственная программа обеспечения мужьями. Ну так мужьями обеспеченные. Какими? Качество. Не количество, качество. И как-то хочется к мужской аудитории обратиться и задать тогда вопрос. Обращайся, вот она там. Только ли женщины должны хранить вот эти те самые традиционные ценности, или все-таки это работа двоих? И почему в таком случае мужчины, если вообще вот сейчас возник этот разговор, да, то почему в таком случае мужчины отдают пальму первенства, что женщина или разрушает, или обязана хранить те самые традиционные ценности? Очаг на ней, но тем не менее мнение Евгения. А мужчина, давайте, схватили вот микрофон. Вообще должен что-то делать для того, стратегически чтобы те мыслить. Самые традиционные Я ценности вообще по стратегии. Сохранялись. Знаете, вообще вот это наш весь разговор называется гендерная тревога. Угу. Потому что
идет такая дихотомия разделения мужчин и женщин. Даже вот нас посадили сейчас, противоборство конструируется. Конструируется на Первом канале. Мужское, женское через слэш. Это во всем. Создается вот эта гендерная поляризация. И, конечно, мы будем ожидать от мужчин того, что они, по сути, ну, может, в силу своих физиологических потребностей не могут сделать. Выражать тут написали. И выражать что-то, да. Не нет, надо не выражать, а рожать. Ну, выражать, рожать. Мужчины сейчас могут рожать, между прочим. Установлен факт, да, эмбрион помещается в желудок. Да, только вот не хочу это сейчас превращать вот в такую моральную панику. Нет, это научно установлен факт, и если мы придерживаемся научной точки зрения, то любая дихотомия и выстраивание границ, она создает вот эти ожидания, которые не оправдываются зачастую на бытийном, на повседневном уровне. Вот, не сильная женщина разрушает локомотив разрушения традиционных ценностей, а вы своими вашими взглядами, который говорит, что нет мужчины, ну, я так утрирую, нет мужчин, нет женщины, есть человек. И не надо на них вот это вот, на их скромные генитальные и хромосомные различия навешивать вот это вот всякое, вот это все это бирюльки и говорить, что ты должна, ты должен. Но это не мое личное мнение, это мнение науки, потому что даже установлено, что андрогинный тип мышления, что женщина может позволить себе какие-то, ну, такие очень агрессивные импульсы, мужчина более слабый. А вот эти, 10 тысяч лет перед этим, просто не было удачного стечения обстоятельств, почему этого раньше не проявлялось? Да всегда. Наша история показывает изменчивость социальных норм очень явно. Даже взять на Руси, у нас была гомосексуальность была нормальной. Когда в средние века приезжали к нам государи тогда смотреть, и говорили, да у вас тут, они поражались, что это считалось нормальным. А у нас сейчас мы видим, что со временем настолько вот так вот плавают вот эти нормы, что, конечно, мы сейчас будем поддаваться под те нормы, которые конструируются властным дискурсом. Властный дискурс. Вот, Вадим, защищайте традиционно. Просто я не услышала. Да, вот, давайте еще мужчина, раз. Роль мужчины в сохранении традиционных ценностей вообще есть или это только наша? У нас есть вина? Молодежь, пусть отдувается, или опять конечно. Мы во всем виноваты? Да, конечно. Молодежь готова отдуваться. И я честно скажу, что мужчина, безусловно, понимает, что гармоничность отношений невозможна без его усилий в сторону как раз-таки построения этой комплексной системы. Я уже вижу этого мужчину, который, безусловно, понимает, что гармоничность отношений невозможна без его усилий. И я прям вижу, что вот если бы у вас был такой вот портрет, его можно было бы повесить вот в этом вашем центре и говорить, вот, ищите. Да, Екатерина, да? Я вам пришлю свое селфи. У ну, тебя уже вот. Есть да, да, целых 3000 да, патриоток да. России. Ну хватит. Да ладно, да, хватит шутить. А, больше к делу. Ну, безусловно, да, мужчина должен заниматься. Делу. Мужчина, вот, да. Да, извините, к делу. Правильно, люби Россию делом. Вот мы об этом. А, безусловно, мужчина должен заниматься тем, что помогает своей супруге, женщине, партнеру своему, да, по жизни. Вот правильно сказали, что мужчина и женщина – это единый организм. И невозможно развитие нашей цивилизации без гармоничного взаимоотношения вот этих вот, ну, полов, да. Нам тут говорят про дихотомию, но с точки зрения вот науки было сказано, вот наука говорит так. Ну, извините меня, если наука говорит так, но я не хочу слушать эту науку, хотя я представитель, ну, серьезной научной школы, да, дипломированный политолог МГУ, вот, но при этом, когда наука хочет разрушить мою жизнь, мою страну, я не буду ее слушать. Угу. Поэтому разрушить, безусловно. Хорошо, вот тут мы как раз вышли вот этот вот властный дискурс и разрушить мою страну. Вот это угроза стране, а если женщина вот это не вернется на кухню. Людмила, у вас когда есть еще? Я хотела Катю поддержать. Я так поняла, из присутствующих... Конечно, вы всегда друг друга друг за другом. Я хотела спросить, что из присутствующих у нас, я так поняла, человек с семьей только один, да, мужчина? Не могу сказать, но я с семьей, да. Да, у нас только один семейный человек, который прошел, да, жизнь, например, с одним, да, там, с одной женщиной, у которой уже дети и внуки. Да. Соответственно, из женщин все. С детьми и семьями. Поэтому здесь, я считаю, немного... Нет, у нас есть еще один, извините, вот он сидит там в аппаратной, кипятится, но... Да, Игорь то есть здесь... Пожалуйста, да. Закат. Да, поэтому здесь вот вопрос о сохранении семьи, должны ли участвовать оба. Здесь сидят четыре человека, которые имеют, я так понимаю, что мужчина нас тоже поддерживает, что да, здесь должны делать оба. Угу. С учетом жизненного опыта. Наука — это здорово, но здесь с учетом возраста и жизненного
жизненного опыта и воспитав, вырастив уже взрослых детей, мы можем сказать уже по факту, хотя бы втроем и вчетвером, что это важно, когда оба поддерживают семью, поддерживают отношения и вдвоем воспитывают детей. Не сколько содержат, сколько воспитывают, но и мужчины и от воспитания сейчас отходят. Особенно новое поколение мужчин, кстати. У меня просто супруг младше, он старается в воспитание не вдаваться. Угу. Понимаете, он так отстранен. У Евгении супруг постарше, он тоже как-то вот так к воспитанию относится. Вот у Екатерины, не знаю, то есть это просто то, да, вот такой срез рынка, владельцы бизнеса, у которых есть семьи, взрослые дети, но мужчины тоже самоустраняются от даже вопроса воспитания. Поэтому оба должны бдить, хорошо, бдить оба, над семьей. Игорь Борисович, добавьте. Отец, муж и скоро дед. Да, просто на днях. Я все это пережил. Я могу честно все рассказать. Честно говоря, я так скажу. Наверное, я не буду с наукой спорить. И, во-первых, я не совсем понимаю, о какой науке речь идет. Гендерное различие — это не только в человеке. Мы всего лишь часть этого прибора, ну, часть природы, и подчиняемся ей во всех ипостасях. И у меня не только... Я детей воспитывал, со мной всегда, например, собаки жили, я очень люблю животных, могу сказать, что у них там все в порядке, знаете, там, где, ну, я могу что-то изменить в жизни этого животного, но если я его выпускаю на улицу, я все понимаю, как должно в природе быть, понимаете, я там сразу видно, где там девочка, где там мальчик, как они там договариваются, как они делят территорию, все нормально, в принципе, я могу проложить, значит, мостик в нашу действительность и понимаю, что по большому счету мы ведем точно так же, у нас те же амбиции, мужики от этих собачек ничем не отличаются, все занимаем какую-то мужики, свою, да, позицию, а женщины какое-то нет, место, поосторожнее, охраняем это место, понимаете, значит, весной, ну, не поем, как в соловьи, но делаем что-то наподобие, привлекая самок, ничего, я не понимаю, о какой науке, в принципе, идет речь, где все это стирается, понимаете, я не понимаю, на чем основана драматургия мировая, если все это стереть, вообще, как это будет, как выглядеть будет этот фильм, да? Вот, как, о чем, Борис, да? Я не понимаю, какая Татьяна, кому пишет письмо, там, и о чем она вообще рассуждает, я тоже не понимаю. Я не понимаю, как в этом современном мире, слава богу, что я все-таки вот своих вырастил, как дальше, ну, вот, растить и как воспитывать детей, и вообще, какие ценности им прививать. Я не понимаю, потому что я провел вот здесь вот сейчас в аппаратной целый час и так и не понял. Но мы говорим, вот они факты, вот она действительность. Но можно ответить на вопрос, и что? Куда и мы все. Пушкина будем девать? Я, знаете, как это будет? Я вам скажу. Итак, урок литературы. Лет через 20. Были ужасные времена, когда жили такие поэты Пушкин. Вот, они писали бесполезные совершенно произведения, которые нам сегодня, естественно, невозможно даже понять, о чем там речь. Понимаете? Я вообще ничего не понимаю. Это не то, чтобы пугать кого-то. Я же не пугаю, я пугаюсь сам. Понятно. Спасибо. Поэтому не надо говорить, вот мы сейчас кого-то напугаем. Очень интересные современные тенденции и так далее. Никто никогда никого не унижал, но я хочу быть добытчиком. Очень. Вот у меня где-то это внутри. Вот еще один, портрет в иконостас. И я там все сделаю. Понимаете? И это тоже где-то, я тоже от науки далеко не ухожу. Давайте как-то под конец все-таки придем к чему-нибудь, да? Сейчас, Игорь Борисович. Не к фактам, а тенденциям. И что это будет? И нужно ли нам это? О, ну давайте, да. Давайте. Вы хотите как прогноза, вы хотите вот этого... Я хочу. Успокойте меня, пожалуйста. Я боюсь, что не все прогнозы, которые здесь прозвучат, вас успокоят, Игорь Борисович. Хорошо, Анна, знаете, как сказать, урок литературы через, ну, не 20, через 50 лет. Вот что там говорить уже, так сказать, девочкам, мальчикам, если их можно будет различить между собой. А чему учить? Ой, безусловно, их можно будет различить между собой. Я думаю, что девочек и мальчиков, очень хорошо, что вы об этом сказали, потому что это как раз главное о детях. Их нужно воспитывать в нормальных представлениях о человечности, об ответственности за близкого человека и дальнего человека. Не нужно воспитывать у них цинизм. Нужно, чтобы у них были внятные представления о том, что несправедливость — это плохо. А дальше, мне кажется, гормоны сработают, и мужчине одна будет надежда на гормоны, да? Рядом та
таскает шкафы. А женщине будет стыдно, что мужчина чувствует себя дома уныло и безнадежно. Тут это все сработает само собой. Надо, чтобы люди были нормальные, чтобы были у них представления о человечности и об ответственности, и тогда дальше природа возьмет свое. Я полностью поддерживаю. Спасибо. Она, да, надежда на гормоны, да, но в Европе, например, не работают. А да. Там с этими гормонами борются. И сейчас, да, 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 давай, пожалуйста. Игорь Борисович, все будет нормально. Фух. Успокойтесь. Главное, успокойте режиссера. Почему? Да. С чего значит, вы взяли? Смотрите, ну, у нас все как бы в нашей стране прекрасно движется. Да? Вот многие силы, представляющие как раз-таки женщин на высоком уровне, они грезят созданием Министерства по делам женщин, материнства, детства. Ну, вот, все будет у нас хорошо. Будут защищать как раз-таки традиционную роль женщины в нашей стране. Поэтому нам не стоит беспокоиться по поводу того, что когда-то мы придем вот к каким-то западным там, или американским стандартам, когда женщина уже не хочет рожать, ну, там, хотят все отказываться от детей и прочее, прочее. И для меня это радость. Я очень рад, что я живу в этой стране, я рад, что мне удается для нее что-то хорошее делать, и очень рад, что современное молодое поколение женщин думают именно в конструктивном русле, что нужно думать о своей семье, нужно любить своего мужа, мужчину, спутника, партнера. Хорошо. И воспитывать детей в гармонии, любви, уважении и процветании, да, в мыслях, в сторону процветания вообще своей страны и места. Хорошо. Знаете, когда Вадим Эдуардович, позвольте засчитать вам это как заключительное слово, потому что время, к сожалению, подходит к концу, можно бесконечно все это обсуждать. Я сейчас представлю всех наших сегодняшних спикеров, гостей, экспертов, и, конечно, каждому будет дана возможность что-то еще добавить. И вам, Наталья, тоже. А вот, ну, все-таки нужно некое заключение, потому что, ну, когда я готовился, размышлял вот о всей этой истории, я, естественно, я вспомнил и все эти вот индустриализацию, и войну, и целину, и 90-е годы, и все вот это вот, когда женщина была действительно и рабочей силой, и последней надеждой страны, и вот эта последняя надежда семьи, и так далее, и тому подобное. И говорить о том, что традиционные ценности тогда, как сказать, поддерживались, развивались, и это было прям вот основной задачей государства, нельзя. Так, мягко говоря. Скорее всего, они тогда и были как-то очень сильно нарушены. И действительно, да, мы вырвались вперед после революции, вперед вот в равноправие мужчин и женщин. А, и вопрос тогда у меня такой. Может быть, мы сейчас вот это вот как-то так сильно всех обогнали сначала идеологически, а потом вынужденно вот в этой своей мускулинизации женщин, что сейчас нам и нужно немножечко вот притормозить, и вот этот поворот, попытка вернуться к образу женщины, и то, что Европа, она только еще к нам подходит, вот это вот де-факто. Вот. И может, вот поэтому вот это вот и возникла эта дихотомия. Притормозить, и, да? Я, да, может быть, мы это просто пытаемся вот это притормозить, и женщины, наконец, на пятом поколении после вот этого поколение вдов, а все-таки у них появился шанс. Наступают те самые хорошие времена, когда у женщины... Да, вот это вот в себе, вот это каким-то образом восстановить, то, что им не дали ни матери, ни бабушки, ни прабабушки, вот этой цепочки, ее нету фактически. Вот это то, что я над чем размышлял. Да, и я случае, может быть, есть вижу выбор сейчас, общения. Да? Кому-то нравится весло, кому-то, наоборот, быть слабым. Кому-то молот, да, кому-то серп. Хорошо. Так что я еще раз представлю наших сегодняшних гостей. И, пожалуйста, вот какую-то, знаете, перспективу. Вот давайте все-таки подумаем, к чему реально мы можем прийти. Вот оптимистичный взгляд был высказан, спасибо. Но и все-таки вот ваши прогнозы. Сейчас всех по очереди. Начнем с Анны Берсеневой, писатель и сценариста. Анна, вот, пожалуйста, вам слово. Ну, вы знаете, я думаю, что если вообще иметь какие-то надежды на будущее, то есть можно сказать, что вообще впереди черная яма, да, но если иметь какие-то надежды на будущее, то я бы сказала, что будет воспитываться в людях нормальная человечность, будут им предоставлены возможности для нормальной самореализации всем, тогда этой проблемы не будет вообще. Угу. Вот, и я надеюсь, что так будет. Не хочется верить, что так будет. Самореализация. Хорошо, спасибо. Евгений Шарыгин, социолог, член студенческого научного общества, сексолог.
Да, я полностью присоединяюсь к факту о человечности, о развитии индивидуальности. И хотелось бы, вот я ничего позитивного не вижу в том, что сейчас понимается под традиционными ценностями, потому что это насилие, это власть мужа, это... Абсолютно. У нас страна сейчас, все убийства, бытовые убийства, самые распространенные. И вот это называется традиционными ценностями. Когда мы будем исходить от человека и не будем политизировать гендерную тематику, а просто не будем навешивать с рождения ребенку, мальчику, синюю ленточку и выстраивать его поведенческую траекторию по этому сценарию, а дадим возможность ему развиваться как личности, тогда эта проблема, опять-таки соглашаюсь, отпадет сама собой. Евгений, вы сейчас пошли против значительно более страшной силы, чем государство. Вы пошли против всех женщин. Вот это вот я. Ладно. Вадим Эдуардович Сапунов, исполнительный директор организации «Патриотки России», ну, Российской Федерации. Еще, ну ладно, еще пару слов. Да, хочу просто сказать всем спасибо за этот прекрасный круглый стол. Прошу, призываю зрителей и будущих читателей, ну, извините за это слово, не вестись на подмену понятия, которое только что Евгений сказал, да, потому что традиционные семейные ценности – это не насилие, о котором говорит Евгений. Поэтому еще раз всем спасибо, люби Россию делом. Как-то. Не бойтесь идти замуж и рожать. Хорошо, ладно. Валерий Павлович Лазарев, кандидат психологических наук, доцент. Мое слово в завершении нашей сегодняшней очень полезной и своевременной тематической встречи состоит в том, что наше будущее в возвращении к истинной, вот как я говорил, самости, назначению, миссии женского и мужского начала. Мы сейчас стоим на пороге большой трагедии. Человечество начинает терять свое социальное, психологическое, физиологическое качество, оно самоуничтожается. Вот надо возвращаться к этим традиционным ценностям, но при этом положение можно будет улучшить в том случае, если обстоятельства жизнедеятельности людей, живущих прежде всего в нашей стране, они станут более комфортными, более ориентированными на развитие семьи, семейных отношений и на возможность участников этих процессов в самореализации. Самореализации. Хорошо. Ладно, спасибо. Людмила Валерьевна Алешина, пиар-директор коммуникационного центра «Ценный опыт», исполнительной лаборатории персонального бренда. Ну, поддержу, конечно, женщин. Здесь мы сейчас будем опять едины. Что на самом деле надо идти вместе с женщинам и мужчинам и воспитывать людей. Людей в наших детях. Это самое важное. Нет разницы, кто будет слабее, кто будет сильнее, что будет там потом о нас говорить. Но если мы с вами воспитаем сейчас поколение, которое сможет выжить и которое сможет найти общий язык, и которые будут правильно создавать семьи и будут личностями добрыми, отзывчивыми, которые будут поддерживать... Не, а друг друга в первую очередь, которые будут рожать детей, да какая разница там, какие они гендерные, там, девушка с девушкой, парень с парнем, но которые будут правильно воспитывать людей. Здесь уже не будет различий. Угу. Люди, а как люди. Правильно-то? Вот... А кто знает, как правильно? А если знает? Среди нас есть кто-то, кто исполнительный директор Господу Богу, я готова выслушать. Кто знает, как правильно? Как-то мы еще, да, мы еще не дошли до вот этих. Не доросли. До религии. Нет. А слава Богу, мы в этой нашем круглом столе. Да, правильно никто не знает, как. Есть стандарты, принятые где-то там, кем-то там, такими же людьми, с такими же своими мировоззрениями тараканами. Так зачем мы должны к ним прислушиваться? Мы можем сейчас воспитать поколение, которое создаст новое направление, да, которое будет, возможно, правильнее нас, сильнее нас. Так давайте их воспитывать совместно. Воспитывать мужские качества в мужчинах, женские качества в женских. Мужчин делать сильными, самцами, добытчиками. Женщин делать хранительницами очага. У нас не получилось, это может получиться у наших детей. Все-таки за то, что называется традиционные, в общем... Знаете, я просто не могу. Вот Игорь Борисович, сделают... ну, держите себя в руках. Эти люди сделают новое какое-то вот общество. А вы о конце света чего-то слышали? Мы не доживем. Вот, может быть, из-за этого, а может быть, побольше ответственности, да, за какие-то слова и действия. Вот. А так, если мы не доживем, Игорь Борисович, ради Бога. Слава тебе, извините, перебиваю, не должен этого делать, но мы, слава тебе, Господи, на религиозную рельсы не вставали. Я говорю не про религию, рельсы. А знаешь, когда ты два реактива смешиваешь, он выделяется такая энергия, что, блин, вот эту вот твою парту и вместе со всем кабинетом физики сносит.
А вы думаете, вот так вот не сносит? Да какая разница, мальчик, девочка, девочка. Главное формировать в них, я не понимаю, чего. Людей. Вот в это как? Людей. Вот видите, мы к чему пришли. Игорь Борисович, я ни к чему не пришел. Праве дать нам еще час. Давайте. Нет, вы знаете, я с удовольствием еще бы часов посидел бы, в принципе, поразмышлял. Но не так просто. Вы знаете, это все не так просто, что кто-то там... Зачем нам к ним прислушиваться, которые кто-то что-то сказал? А к кому мы сейчас-то прислушиваемся? Там тоже кто-то что-то говорит. Почему к тем не надо прислушиваться, а к этим надо? Или наоборот? Чего плохого-то в том, что я кому-то цветы подарил? Раньше это была женщина. Знаете почему? Потому что она не таскала шкаф. А если... Кстати, сейчас ваша ждем. Будет. Да. Вот. Борис, это же не претензия. Не, ну вы ну, просто не хочется так сладко, знаете, уходить. И все будет хорошо. Там, типа, вот это новое поколение разберется. Я еще раз прошу. А вы не слышали будет. Что-нибудь о конце света? Не будет. Не будет. Не будет хорошо. Ну, Орехов, смотри, Игорь тебя не за будет язык хорошо, никто не тянул. Не будет. Если ты так говоришь, значит, придется ответить. Евгения Владимировна Федотова, генеральный директор учебного центра «Полезный опыт». Та самая женщина, которая вчера с другими сотрудницами таскала шкафы. Конечно же, я не очень довольна ситуацией, когда я сама передвигаю мебель. Конечно же, наша страна всю жизнь живет надеждой. Для русских людей вообще очень свойственно жить надеждой. Может, поэтому мы там все войны и выиграли. У меня двое сыновей. И моя, наверное, задача вырастить их такими, чтобы они не сидели на шее у своих жен и не устанавливали в семье патриархат. Вот постараюсь найти какую-то золотую середину, то но все-таки я за равенство полов в итоге. Как-то собираетесь пройти, да, по лезвию ножа. Хорошо, наши, как сказать, мы только за, мы вам этого желаем. И Екатерина Федорова, директор и основатель женского центра «Психолог». Много мнений было высказано, но мне почему-то вспомнилось, что за спиной сильного мужчины часто стоит... Какая сильная женщина, да? А за спиной сильной женщины часто стоит предательство мужчины. И отчего женщина становится сильной? Она становится сильной, потому что она осталась одна с ребенком. Потому что... почему я директор центра, например? Потому что мой отец очень рано умер, и мне нужно было как-то самой жить, мне нужно было как-то самой выживать. И мама, правда, умерла. И нужно было что-то делать для того, чтобы прокормить себя, для того, чтобы воспитать... Спасибо государству за квартиру, кстати. Ну вот, и появилась первый раз возможность поблагодарить, а то любят ругать все-таки. И, конечно же, когда нашелся мужчина, который взял на себя ответственность, я с огромным удовольствием расслабилась. У нас был переезд, и шкафы таскал муж. Вот вчера, позавчера, и сейчас таскает. И колеса меняла, все остальное. Я счастлива. Счастлива, когда есть мужчина, который может взять на себя эту функцию и нести. И я благодарна ему за то, что он мне не сказал: сиди дома, вообще ничего не делай. Ты хочешь работать, тебе нравится то, чем ты занимаешься, ты приносишь счастье, радость, любовь женщинам. Так продолжай делать это дальше. Ну, правда, ну вот 10 книг написала, 11 никак, но я как-то не переживаю по этому поводу, мне достаточно. И я считаю, что женское счастье, внутреннее ощущение, все-таки оно проявляется часто в возможности сказать мужу, там, любимый, мне очень хочется на руках, чтобы ты меня донес. Ну, с шестого этажа он меня спокойно спустит. Ну, мелочь, а приятно, правильно? Руслан, а вот ты заметил? Спасибо, сейчас, спасибо. Секундочку. Наталья Покровская, обозреватель газеты «Вечерняя Москва». Вот, я заметила, на самом деле, очень четко прослеживается. Мужчины подводили теоретическую базу и с научной точки зрения. А женщины все-таки вот сплошь из эмоций. И, да, вот... Какие ну, так милые. Или иначе. Но так ты знаешь, что мне обидно? Вот обидно, что разговаривали-то, в общем, про женщин, так. А слово «любовь» вообще ни разу не прозвучало на круглом столе. Вот это обидно. Чисто по-женски. Я тоже как очень сказать? Эмоционально реагирую. Я люблю вас, Наталья. Спасибо, Руслан. Ну что,
Теперь на кухню. Ой, конечно, отбивную. Сразу сейчас приготовлю с удовольствием. Ну что же, да, вот есть такое, как... Вдохновил. Вдохновил? Да. Надо же, как это. Как тут легко оказывается. Вот, а видишь, вот это вот шея, да? Вертеть, голова, оказывается, вот как надо. Много ли надо, да, да, женщины? Но этому, да, не научишься, как это называется, в неполной семье. А это надо учиться у своего вот этого хитрого, опытного отца. А, ну что же, как сказать, не знаю, является ли сильная женщина локомотивом разрушения традиционных, не является. Честно говоря, до конца мы это не выяснили, но вот лично у меня появилась надежда, что если появится тот самый сильный мужчина, то и женщина как немножечко расслабится, да. А на это и вся надежда. Ну и, кстати, я согласен с Евгением, что вот это люди, они внутри все-таки все люди. И женщина... А, нет, не так. Я согласен с Евгением, что женщина тоже человек. Вот, на этом мы завершаем круглый стол на тему «Сильная женщина. Локомотив разрушения этих традиционных ценностей». Его для вас провели Наталья Покровская, обозреватель газеты «Вечерняя Москва». И Руслан Орехов. До свидания. Как-то любите друг друга. До свидания.